Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать сережки, но необычные. Нам понадобятся для этого деревянные заготовочки и полимерная глина. Итак, берем сначала, заполняем вот этот ромбик нашей глиной. Делаем ромбик из глины. Ставим его внутрь, заполняем. Немножко не влазит, поэтому мы его чуть-чуть примяли. А теперь наоборот так продавливаем, чтобы заполнился весь наш ромб. Все. Дальше мы берем нашу заготовочку. Как я вам показывала в прошлых видео, как мы делаем вот эти вот розочки, у меня она уже готова. Поэтому ее берем и приклеиваем. Сейчас чуть-чуть я не получилось. У меня хотела немножко отдалить, чтобы фокус не терялся. Так. Вот так проглаживаем. Делаем направление то, какое нам нужно нашей розочки. Вот так вот она у нас получается. Еще немножечко придавливаем ее, чтобы она у нас сильно не выпирала. Все, наша сережка готова. Осталось ее запечь, приделать к ней фурнитуру, и все. Можно носить такие сережки. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо!